Я думаю, что нам, гражданское общество, это партии, мы оставляем их в покое. Всех причем. Всех, потому что как там попадает, я почему сегодня вопрос дал. Их не видно, никакие идеи, никакой критики, никакие что-то где-то, чтобы их масса по преступности, где-то большая коррупция, хотят новые статы и так далее. Где это крупная коррупция? Где? При этом, к следующему, первое, я предлагаю выйти нам, гражданское общество, из подполья, помимо политических партий. Они ждут, чтобы мы проголосовали за них. Да? Каждый сейчас выйдет, там, Ирина Влаш, не-не-не, давайте мы сформулируем нашу линию. Первое, мы попробуем создавать наше свое. Здесь есть разные на выборы, причем общественно-политическая есть организация, да, Мишкар это так. Есть уже действующие. Мы могли как-то в этом плане, чтобы мы, гражданское общество, пошли с нашими на выборы. Они ждут, что мы опять за них. Нет, не будем за них голосовать. Давайте мы свое. Давайте мы создадим какой-то координационный совет. Пригласим все общественные организации. Общественные организации. Оставим партии, пусть они там. Между собой. Они никак не могут. Кто там? Паровоз. Остальные все вагоны. Давайте мы сформируем гражданское общество, потому что мы голосуем по большому счету. Мы, граждане. Давайте попробуем генерировать какие-то идеи. Давайте всех объединим, создадим какой-то комитет республиканский, ветеран, кто захочет. И поставим наши цели. А цели какие? Во-первых, как уже говорил, первое. Я не представляю без вопроса Приднестровского. Да? Если мы попадем в ШОС, дай Бог, да? Мы должны это заявить. А там и Гагаузия будет, без проблем, и Приднестровье будет. Все там будут. Какие проблемы? Но это же экономически, нам не надо военное. Это есть экономическая организация. Там не Россия. Все боятся России, не дай Бог. Нет, в ШОС не Россия. Там есть другие принципы, экономические в первую очередь, там, где наш интерес, наша продукция и так далее, будет рынок сбыта, будут рабочие места, не будут люди уходить за рубежом. Они специально все разрушили, чтобы наши люди туда пошли, их работу сделали. Это все целенаправленно. Этих идей не слышно, да, от этих партийных лидеров всяких, да? Где у них эта позиция идеологическая? Куда мы идем? Для чего? Да? Поэтому... Давайте мы создадим свое, в какой-то форме. Давайте мы до следующего подумаем. Создавать новое сложновато. Создавать политическую партию сложновато. Давайте есть масса организаций. Я могу переговорить с ними. Только, ребята, хотите, пожалуйста, я вам даю организацию. Вы ставьте своих людей и давай двигайте дальше. И такой вариант может быть. Да? Мы бросим от того, что мы граждане республики хотим жить по-другому. Да?